Желтые тюльпаны – признак наступления весны. В тепличном комбинате «Солнышко» подготовка к празднику 8 марта в самом разгаре. Подробности в следующем сюжете Катрины Тайбарей. Календарная весна наступила. В преддверии Международного женского дня в теплицах Ненецкой агропромышленной компании немало хлопот, ведь нужно успеть подготовить к реализации более 10 тысяч тюльпанов. Выращивание весенних цветов начинается еще осенью. Конец сентября, начало октября мы их высаживаем. Вот такие ящики с грунтом специальным, готовим грунт. И они помещаются в камеру охлаждения. Там они находятся. Потом меняется температура, идет полив, какие-то подкормки производятся. Вот. И только в конце января, вот 30-31 января, мы их выносим в эту теплицу, где температура уже повышенная. Порядка 12 сортов тюльпанов совсем скоро будут радовать женщин и девушек Ненецкого округа своим ароматом и создавать весеннее настроение яркостью красок. Помимо традиционного символа праздника, солнышко выращивает множество горшечных цветов. Мы закупаем на фирме черенки, то есть они вот такусенького размера, приходят к нам, дальше мы с ними возимся, хлопочем, пересаживаем, поливаем. В общем, все, что требует цветок, все это производится. И вот в таком виде готово мы уже предлагаем покупателю. Чтобы цветы радовали вас как можно дольше своим свежим видом, необходимо соблюдать рекомендации и правильно ухаживать за растением. Если дома сухо, значит, должен быть увлажнитель. Сейчас это все возможно. Температура, значит, чтобы цветок не попадал, когда мы проветриваем комнату, не попадал на сквозняк. Абсолютно все цветы боятся сквозняков. Вот. Ну и подкормки производить, потому что некоторые купят цветок и все, и поливают одной водичкой. Нет, мы выращиваем цветы в торфе, это временный грунт, поэтому требуется пересадка. Уже совсем скоро в клубах тепличного комбината появятся однолетние цветы, которые будут радовать жителей Ненецкого округа на улицах и площадях. Катрина Тайбарей, Вадим Стасюк, телеканал «Север».